Всем привет, дорогие подписчики, зрители канала, с вами снова Гармончик. Сегодня мы продолжим играть в Сталкер Тень Чернобыля, модификации фотограф. Как раз в прошлом видео нас конкретненько так озадачили. Ну и теперь нам нужно двигаться дальше. Итак, значит, давайте посмотрим наше задание немножко. Так, это все потом. Это тоже потом. Так, это все. Вот хорошо, что отмечать хотя бы хлебало. Левше, понятно. Найти переход из подземелья НИИ в лабораторию X16. Так, в подземелье НИИ. Значит, на данный момент мы должны направиться в подземелье НИИ, да? Текст хотя бы есть уже хорошо, необходимо следовать. Так. Начальная точка для похода по всей пятиточке лаборатории будет лежать опять же в подземелье НИИ. То есть сейчас мы должны отправиться на НИИ. Я не знаю, откуда нам что-то будет сделать с болот или же... с промзоны, по-моему, две точки, откуда мы можем это делать. По-моему, отсюда можно сразу отправиться на болото. Да, это можно делать вот здесь. Вот. Мы можем отправиться на болото, поэтому не вижу смысла нам немножко разгрузиться, если надо, перед всеми делами эти. Давайте тогда, знаете, их сделаем, дойдем до бара. Так, сейчас я... Вот так. Центрую на меня. Вот здесь, по-моему, в бар. Нет, здесь в лес. Здесь так... Творческий корпус, на болото, X18. Почему не сделаю быстрых перемещений, а? Вот это разорать начинаешь, что быстрых перемещений нереально не хватает их. Так, сейчас чуть подумаю, как нам побыстрее туда добраться. Может, как раз через болото? Да нет, через болото не очень, на самом деле. Просто если миротворческий корпус топать, то потом через миротворческого нужно будет прям зон, то потом на болот. И болею все это нафиг. Ну, хотя вот как? Ну да, вот здесь куда вот у нас? Промзона здесь куда? Здесь сюда. Ну нет, я не хочу так долго скакать. Если я сейчас попаду на болото, как раз, ну, когда я конкретно на болото, то потом я могу в бар, да, сразу. Ну, тогда сделаем так, идем на болото, идем в бар. А потом с бара сразу на болото. Да. Заводи, поехали. Денис Дикарь. Сегодня увидел зомби. В Припяти. Очень интересно. Дело не в том, что он увидел зомби, дело в том, что он в Припяти. А это интересно. Люди есть в Припяти, это уже интересно, потому что... ну, я же буду здесь, в этой игре, в Припяти, возможно. Вот, и... Когда я там окажусь... Я бы не хотел, чтобы там было безлюдно, и не знаю... Ну да, безлюдно. Так, а зачем я их забрал? Чтоб было. Так, ладно. Бронебойный забрал или как? Наверное, обычный. Хотя хрен его знает. Нам нужно вот эту ход куда-то хрень запихать. Что-то еще с остальным оружием придумать. То есть, вот для этого хочу отправиться в бар. Вот. И там немножко выложить что-то. Может, что-то взять, что-то выложить. Ну, вы поняли меня. Камня должно, по идее, быть двое. Я специально заехал. Ну, заехал, естественно, за камешком, кстати. Давайте с патрон тоже возьмем с собой. А потом мы где-нибудь выгрузим. Как раз, наверное, в баре мы это и сделаем. Вот что-то меня это в последнее время бесит, такие вот появления. Они появляются из ниоткуда, какой-то ветер перед носом, а потом бац, и ничего. Поймешь, что это за хрень. Так, это наблюдатель, что ли, на меня вылупился, что-то не могу понять. Ну да. Сообщает что-то постоянно. Сразу нычится. Ну понятно. Группа зомби. Да там зомби. Их до хрена все время там. Перед машиной опять что-то взорвалось. Взрыв какой-то был. Ну да ладно. Создал, короче, новый камень. Мне кажется, я создал только что вот этот вот. Но 100% в этом не уверен. Тем более, нам по-любому нужно в бар. А, да, только что я заехал к Сахарову и продал там... Пару кристаллов ему продал. Продал еще... ноги, там, руки всякие животных. А не, пока не стал продавать эти... Абсолюты. Во-первых, потому что если... Ну, не продавать, а по заданию выполнять, как бы у него уже есть такие задания. Просто если я начну ему предлагать, как бы, ну, задания вот эти вот, да? Да, надо сохранить, кстати, может быть, этот контроллер.
Машину поставим где-нибудь вот здесь, вот я думаю. А куда патрон делись? Ну ничего, нормально, да. Тем более надо за патроны. Поэтому по-любому нужно идти в бар, чтобы взять патроны оттуда. Пидорасы. Даже собирать с них ничего не хочу. По-любому ворону поднял. Ну, конечно. Блин, полезная штука, хуйня. Потому что жучки так не подсвечиваются, только сама ворона так подсвечивается. Потому что из жучков мы что-то берем, а ворону мы берем целиком. Что там, какой-нибудь клюв ворони, например, или что-нибудь еще. Кристалл, кажется, был один. Ну и хрен с ним. Больше не надо. Так, ну вот мы на болотах. Кстати, здесь мы кидали севу. Ну, я, конечно, не смогу ее донести. Но хорошо, что я не помню. Конечно, я не смогу ее починить. Поломка ее не починибельна. В общем, пускай лежит он уже в углу. Главное, что ее вояки не трогают. Да, вот так получается только хуже. Так. Я просто хочу кинуться немножко поближе. Черт, я могла сейчас через труп провалиться сейчас. Да, вполне могла. Как я сейчас. Зато можно так, ну, жалко подняться потом, наверное, нельзя. Только перед загрузкой. Поэтому я и сохранил сейчас. Ну, если так подумать, ничего страшного. Так-то был автосейв. Ну, перехождение с локации на локацию. Так что я думаю, моя пуха далеко бы не делась. Такие вижу, что-то зеленые. Это, наверное, камень. Пожалуй, да. Почему не видно издалека и ни хрена не видно вблизи? Сейчас опять стойду и осмотрюсь. В любом будет его видно. Не помню. Код с локации уже нашел два камешка, и здесь вдалеке видел третий. Вот и третий. Вот именно эти синие камни мне постоянно попадаются. После, конечно, я их продаю как раз таки. Надо было часть тела тоже продать. А я их оставил, потому что они как бы часто квестовые. Ну, тут ножка, это глаз. Они часто квестовые. Вот я и оставил. А они, оказывается, ни хрена не нужны. Прошвырнулся немножко по кристалличкам. Вот уже вижу один раз. Началось, блин. Так, ладно. Просто взял, перекусил. Вот такой же еще один. И... Ну, возьми, возьми. Надо, наверное, еще раз перекусить. Правда, мне это, наверное, вряд ли поможет. А что бы мне тогда сделать? Выкидывать не хочу. Их можно продавать, значит, не хочу. Здорово. Это не заметил до этого. Что-то попить захотелось. Ну вот и попьем. Нормально, можем идти. Посмотрим, что у него есть задание. Вот, видите, копытце с кабана там было. Так, ладно, так, что выложим? А, вот это у нас сейчас все выложить. Затем, что я хочу отдать уже молодец Минерал Абсолют. И отдам ему вот эту вот коричневую какашку, потому что не их две. Стоп. С этим мы торопиться не будем. Так. Что мы тут набрали 6 штук-то аж? Идти еле смогли. Вот этих вот.
Тьфу ты, блин, это оставь. Да. Так, во-первых, убираем этот автомат отсюда. Вот, патрон надо взять, да? Может, вообще вот этот убрать? Взять с собой только винторез? А это пускай тут лежит? Сложный вопрос. Просто сейчас, если я вот это все возьму, 10 килограмм займется прям моментально. Так. Так. Ну да, не вот два раза. Пух. Так, что бы нам... А, вот, нам нужно убрать патроны от Калашникова все сюда, раз уж на то пошло. Ага, и вот эти тоже уберем. Уберем несколько бутылок воды. Так. 69 уже. Уже хорошо. Дробовых патронов тут нет. Но дробовые не найдутся. Они найдутся у противника. Да. Может, тихий себе вернуть, я вот иногда думаю. Так. Надо шмотку починить. Вот. Что бы мне, правда, убрать? Ну, попробуем, конечно, убрать этот вот. Раз уж мы просто хотим поюзать винторез. Правда, она, конечно, круче. Просто ради интереса. Ради, знаете, как сказать, усложнения себе игры. Так. Нет. Тихо. Ну да, ништяк. Ну, мало патрон, конечно, на самом деле. Может, будут находить еще, но вряд ли. Скорее всего, будут находить что-то на калаш. Так, теперь мы подойдем к тебе. А, посмотрим, сколько у нас осталось. Ходят тут всякие, ходят. Где абсолютно? Один. Какашка. Может, я убрал его все-таки опять? Нет, один здесь. Вот он у меня лежит. Все достали. Гопники достали. Я отказываюсь. Подождите-ка. Журнал. Ну, здравствуй, самописец портовой. Откуда такой нарисовался? Так. Ладно, зря отказался, наверное. Ну, черт с ним. Абсолютно мы заберем. Все по той причине, что всегда может повернуться место, где их можно преобразовать. Так, нужно найти сразу красный. А, вот он. Пикничок бы устроить, чок бы шашлычков пожарить. Водочки, водочки. Там двое говорят одно и то же. Починили, в принципе, все взяли. Дядь, а ты на патроны не богатый, а? Не показалось, что он говорил. Леня Куманович. Опытный диггер, да уж. Опытный он пиздец. Какой опытный. Здравствуй, брат. Есть желание сыграть на тотализаторе? Да, пожалуй, можно. Я принимаю ставки на разные события. Сходи, проверь свою удачу. Ну, давай. Все, поставили косарь, я думаю, это не так много. Можем отсюда идти. Свои эти... Кобыт кабана и глаз свиньи забрал. Но возвращаться выполнять в бар мне нет желания. Так, где уж перемещение-то? Концентрируй на меня. Еще раз. Пошли. Смотри, бар около южного
А, наблюдатель, ну это, наверное, за мной опять палит, сука. Чё за бредясь постоянно это вокруг меня? Так, ну мы на болотах. Сейчас попробуем отправиться сразу в этот. Не сражаясь с этими сучками, не шибко нужны. Сразу подходим сюда и отправляем. Потому что мы снова на подземельях. Я думаю, что тут снова жив контролер тот самый. Не контролер, а... Вот этот сук, короче. Убила? Надо же. Ну ладно. Тримайся, Шахтар. Зараз да помажу. Эй, Шахтар! А что тебе до этого не было? Шахтар хороший. Шубин любит хорошего Шахтаря. Шубин да поможет Шахтарю. Почему тебе до этого не было, сука? Так. Так, у тебя лапка нам не нужна. Берем, берем. Хорошо, что я реально облегчился в этот раз. Так. Зомбаков в этот раз будет гораздо меньше, но будет. Так, поднимем снежку повыше, посмотрим, что у него был. По-моему, калаш у него был обычный. Да, верно. Этим мне и нравится калаш. Постоянно всегда можно найти патроны. А на эту штуку у меня сейчас кончатся патроны, быстро достаточно. Что, что хедшот? Вот, сейчас появится патронный дробовик. А это не может не радовать. Так, не вижу смысла идти наверх, сразу идем вниз. У нас где-то тут новый путь появился, не так ли? Ладно, мы сейчас не можем смотреть по карте эту местность. Вам придется просто идти вот по мини-карте ориентироваться. Так, в сумочке ничего новенького не появилось. К сожалению, нет. Так. Тримайся, Шахтар. Зараз да поможу. Поможи. Главное не задеть этого Шубина. Эй, Шахтар! Шахтар хороший. Шубин любит хорошего Шахтаря. Шубин да поможет Шахтарю. Не знаю, откуда он все время это берет, но пускай берет дальше. Пиво-то какое, кстати? Черниговское. Любимое пиво диггеров. Ну, ничего так. В легкую. Нормально. В принципе, против людей отлично работает, против животных не очень, конечно. Но в зависимости против каких. Так-то любая пушка, дробовик очень хорошо, а все остальное так себе. Два дроба. Собирай, блин. А, там таракашки пускай отстреливают их тогда. В таком случае. Че, есть засвечение красное? Сука, вот это нежданчик. Хорошо, что я сохранился. Что-то они прям выскочили на меня втроем и бум-бум-бум-бум. Так, ну вот тут самое место. Почти. На самом деле я иду сюда из-за камней. Редких. Сука. Как быстро съели. Всего двое. Такое ощущение, будто они прям вот видят. А, он собирает, ебашь, его до смерти быстрее.
что, никого не убил, что ли? 10 патронов, это, конечно, вот, я не знаю, маловато, на мой взгляд. По-моему... По-моему, в другом сталкере, в оригинальном, там было... Хотя бы... 20, что ли, по-моему, в инвентаре задавалось. По крайней мере, я 100% не помню. По-моему, был... Оп. Куда же он засунут? Блин, ненавижу, когда такие баги. Классные хрени, они куда деваются. Вот здесь, кстати, могут быть кровососы. Ну, вроде нет. Ну, я думаю, нам незачем туда идти, потому что вижу какой-то телепорт. И надо проверить, что же это телепорт. Так, к нычке не пойдем, я думаю. Так, где телепорт, кстати? А, в эту сторону. Здесь проход, что ли? А, ну ясно. В тайнике стрелка, да? Ну, давайте зайдем, посмотрим. Как они там... А, наверное, та самая дверь. Черт, этого я не ждал. Спокуха. Просто, если честно, я думал, что это такие действия идут от этого. Сейчас гляну, что у него лежало. По-бырому. Я думал, что все это происходит либо от той тушки, которую я убил, брюллера, либо это новый брюллер. Я никак не ждал вот такую суку, ну да ладно. Почему в тайнике стрелка все время самое дерьмо? Эй, как он меня за мозги может брать? Кто выглядел? Очень странно. Ну ладно. Так. Ничего интересненького, в принципе, тут нету. Ничего новенького не появилось. Там флеш, кстати, я помню, лежал в оригинальной игре. Так, нас тихонько отпускает. Да, переместиться на новую локацию, естественно. Переход в колхоз Черевон Дышло. Так, давайте посмотрим по списку заданий. Да, найти переход, потому что в экстренации мы нашли, так, сохраняемся. Ну что ж, пойдемте потихонечку, я думаю. Кстати, это то самое место, где я пошел раз утверждал то, что такой конструкции в принципе быть не может, потому что она, как я ее, ну, называл, типа, бредовой, так как это не нужно. Теперь мы тут появляемся и говорим о том, что... Для игры нужно, и не важно, что конструкция дома такая быть не может, так как затрачивается лишний материал на бесполезную лестницу. Так, нам нужно скидывать, скорее всего, самый низ. Все еще кроет с этого. С... Я уже забыл, с чего. На самом деле, да нет, так-то с этим... О, как раз спустилось. Контролёрского захват. Что-то сегодня туплю немножко. Не обращайте на меня внимания. Тормозные мы нынче. Так, так. Да, конкретно тормозные. Я ещё не понимаю, куда мне надо идти-то. Нет, здесь, по-моему, основной выход. Или нет? К сожалению, опять нельзя посмотреть. А, раз, вниз нам и надо идти. Не понял. Куда ты дел костюм? Ты съел одну или все? Так, условия с костюм больше не снимать. Нет, на другую локацию. Может, нам надо другую локацию? Сохранимся и проверим. Или нет, мы таким образом попали только в Неагропром. Идем вперед, но для начала уничтожим эту скотину.
Так, надо было завести аптечку, немножко не успел. Пока лежат, не буду их юзать, если продолжится кашель, то мы их юзнем. Правда, я, насколько я помню, они должны тратиться так быстро. Нет. Я что, сюда? Нет, заюзаем. Так, теперь нужно запить вакцину водой, как говорил профессор. Водой, блин. Водкой в том-то и дело. То ли водка, то ли водой, я уж не понял, потом выпил то и другое. На всякий пожарный. Кстати, сегодня, по-моему, Шахтар что-то кинул там, да? Блядь, откуда взяли здесь? Так, тут вроде ничего нет. Да, здесь на самом деле незачем. Узнали какую-то нычку. В том-то и прикол, что почему-то нычат, обычно все какие-то вояки. Не понимаю. Наверное, чтобы... Ну, если так предположить, ну, предположим, идет какой-то вояка, да? Задание какое-нибудь там дали. Хотя обычно они на локации своей торчат. Ну, предположим, дали ему какое-нибудь задание, да? Вот. Понятное же дело, что он... И нашел какой-то хабар. Но не пройти же мимо офигенной шняги, да? Ну и приходит он, берет эту штуку. А принести-то домой он и не может, естественно, потому что, ну, заберут. Или даже еще чище. Ну, в лучшем случае заберут. Тремайся, Шахтар. Зараз да поможу. Эй, Шахтар. Шахтар хороший. Да, мы тут чьё-нибудь. Чтобы любить хорошего Шахтаря. Чтобы да поможешь Шахтарю. Что он за движение постоянно делает руками, непонятно. Так, ну, в последнее время он на аптечке жадный какой-то стал. Прости, чувак, но жратва, честное слово, не очень. Так, насколько я помню, здесь было что-то полезное. Да уж. Все это прошлое мое скинутое. Не самое полезное. Сохранимся. Давайте даже по-нормальному сохранимся. Блин. Так, мы прописывали. Значит, 83 сейчас, наверное, да? Хватит 83, короче. Ну да, это в прошлый раз осталось. Да нахрен чинить пока что. Это сделать еще. Оружие не в критическом состоянии. Нужно переживать, когда мы в критичном, тогда да. Сейчас ничего переживать особо. Ясно. С прошлого раза скидывал нам этот шахтарек. Ага, вижу телепорт, не знаю, правда, на ком он даже. Ну, пускай мне твари помочь немножко, что ли. Вот они стреляют в меня, а не в тварь. Там камень. Даже два камня. Так. Достаточно дорогие, кстати. Это я еще помню скидывал из-за перегруза. Уже 86 набрал, блин.
Cryos Drop, однозначно. Так, стоп, возможно, нам нужно вообще перемещаться на первом этаже. Нужно это проверить, сейчас прыгну, короче, проверю. Если не проканает, будем подниматься наверх. Ну, не проканал, перезагружусь тогда, потому что я не очень хочу подниматься. Хотя, ладно, поднимусь, ничего со мной случится. Кроме вот этих вот поджиганий. Проканаю, ничего не случится. Собиранием патронов. Ну, желтый, может, это не самый крутой тип здесь. Вот это-то и бесит в дробовиках. В сталкере ни метки, ни писты. Так, нам надо пройти на ту сторону, да? Хочется подходить ближе, да? Но, по крайней мере, когда подходишь ближе, уже точно не промахнешься. Да, нахрен эти патроны. Постоянно берутся новые. Понятно, дело, что телепорт нужно запихать так, чтобы он не был рядом с другим. То есть, если он не запихает прям вот рядом-рядом, то я вот коротко. Нужно, чтобы ты еще раз пробежался по тем же местам, зараза. Замесило, дяденька. Бывает. Так, стоп, нам... Может, не будет телепорт за спиной-то этой хрени, да? Что-то пикает постоянно какой-то штуки. Вот что это постоянно происходит? А, понятно, это телепорт. Может, все же не объяснять. Так, поднимемся, давайте схронимся изначально. Так, здесь вот может быть еще артефакт, вот здесь где-то. Нет, ну, кристалл. Просто по привычке сталкер-то обычно дольше играл, чем в эту игру. Тут может опять вылезть та самая тварь. Или она одноразовая, в отличие от остальных обитателей данного места. Наверное, одноразовая. Так, и вот здесь должен быть телепорт. Ну да, вот в этот тип заходим. Типа. Так, мы в лаборатории X10. Насколько мне не изменяет память, мы в ней еще ни разу не были. Напоминает... Сори, рыпнулся назад. Напоминает подземелье в ЧАЭС. Или это саркофаг. Ну что-то такое вообще напоминает, очень похоже на это. Достаточно сильно похоже. Так, снова пройти вроде бы не можем. Дверь заперта, ну само собой. Ну да, это ЧАЭС, по сути, так-то. Ну, и здесь это лаборатория X10. Просто, естественно, разработчики этой игры брали уже готовые подземелья, так как сделать самим локацию, сделать мод это одно, там прописать скрипты, там сделать озвучку, сделать задание это одно. А вот сделать новую локацию очень совсем другое. Тем более, зачем его делать, если есть... Стоп, мне давали пароль. Я в телефон записывал, секунду. Аллилуйя, пароль подошел, это как раз 83517 из прошлого видео, который нам был насоветован, он подошел. Ладно, сейчас взорвалась бочка. Блять. Нехорошо. У нас призрачек лазит, да? Так. Проходим вот здесь вот. Что за хуйня? Электрический? Пиздавный, да? Убил, сука! Капец, надо же, а мощная тварь. Только не по мне, только не по мне. Да вы заебали.
Да ты тоже заколебал, сука. Так, чего у тебя тварь была? Ну ни хрена себе. Хорошо, что я попался. Другой бы от страха на месте помер бы. Мертвый разговаривает. Ничего страшного, рискнем еще разок. По крайней мере, я знаю, что не так уж долго меня мочится. Может, полтора магазина. Дубль 3, так как игра по какой-то причине вылетела у меня. Ну, вернее, я стрельнул в зомбака, она зависла, а потом... Было неприятно. Дубль 4 будет. Просто все нужно помнить о том, то, что данная тварь атакует как раз тем самым, то, что ты в нее стреляешь. Ты в нее стреляешь, ты выпускаешь импульс электричества, или как это там назвать. В общем, электричество, короче, тебя атакует. Вот, пожалуйста. То есть при атаке в эту тварь я еще снова вылетел. Уже реально, да, стало. Есть другая идея. Да, вот такая. Твою мать. Убил. 6. Иду быстрее. Ну ни хрена себе. Хорошо, что я попался. Другой бы от страха на месте помер бы. Интересно, эта тварь на батарейках работает? Или реактор у нее внутри? Назову ее Электрохимера. Интересно, правда? Ну так-то это зона, поэтому такие вопросы, они как бы. Вот зомби вот тоже на чем они работают, непонятно. Ничего же не жрут, блин, находят. Могут так лет 10 ходить. Нет, здесь я, по-моему, все-таки был. Пробегал я здесь. Когда прыгал по телепорту, все-таки тут я, наверное, был. Так, вижу как раз телепорт, который нам необходим на данный момент. Если бы он попал, мне было бы хуёво. Так, F6 снова. Кажется, там что-то лежит интересненько. Нет, это свой фонарик, обычный фонарик. Так, здесь как раз нам шахтар что-то скидывал, походу, да? Надо реально завязывать с собиранием дробовых патронов, потому что у меня их сейчас, ну сколько... Ну нормально. Для дроба это пойдет. Они тяжелые, это бесит реально. Они легко доставаемые, но тяжелые это вот бесит. Тут у нас не шибко голодный был. Так, ладно, нам правда уже с хавчиком собирательством пора завязывать. Куда же идти-то здесь? Сюда что-то точно не сюда. Бинт. Все, хватит, больше ничего не надо. Сейчас тут чувствую, тварь будет. Не самая пиздатая. А здесь я, по-моему, огненный тварь валял. Ну ладно. Так-то, по идее, как-то вот в эту вот соседнюю комнату, значит, как-то надо, да? Может, в этой где-то? А, нет, это значит, либо подо мной, либо надо мной. Надо посмотреть. Здесь тут должен быть спуск, наверное, да? Или что-то типа такое. Вот оно. Ты куда, сука, собрался? Наверное, даже не успел. Ебать! Сука! Нереально, сейчас даже не успевали меня атаковать свои силы, потому что я был слишком близко, слишком резко появлялись. Они тоже слишком резко появлялись. И твари шустрые достаточно. Кстати, с ножа не валится тоже неплохо. Но я юзал добавить так, чисто. Можно также юзануть по приколу и этот...
нож сейчас был, ну ладно, я сейчас психанул и убил. Ну ладно, все в более-менее нормальном состоянии. Сука, что ты делаешь? Что ты делаешь? Надо перезагрузить, зря я сделал. Как раз сохранение после убийства этой твари. Отлично. Почему? Потому что я собирал свой автомат. Кто-то попиздил. Блин, кажется, в этой комнате. Может, проканает тот же самый пароль. Я забыл его. 8. Сейчас. Так, пароль был, конечно, ясно. Вот, 8-3-5-1-7. Тьфу ты вообще не то вел. 8-3-5-1-7. Enter. Ясно. Значит, он. Я вспомнил, что за пароль. Вернее, я понял, какой пароль нужен. Автомат починился, кстати. Так, вот где-то в этой комнате, типа, должно быть на какой-то... Ну да. Сам себя навредил. Нет, это, наверное, не та лаборатория, про которую я подумал. Давайся, Шахтар. Зараз да поможу. А где он? Эй, Шахтар! Шахтар, заебал. Чтобы да поможешь Ахтарю. О, прям бальзам надо же. О, водка. Это раз-то и правда, я очень щедро был. Короче, на какой-то стеночке должно было быть что-то написано, какой-то пароль или еще что-то. Это не в этой комнате, правда, по-моему, в комнате пониже. Пойду посмотрю. Да, пониже. Так, сейчас спущусь и удостоверюсь в том, что я не прав, и тогда успокоюсь. Но сначала должен в этом удостовериться. А, нет, я как раз спустился туда, куда надо мне. Да, ну ладно. После починки они все время такие. Стоит. Поэтому, честно, можно надъебнуться. Так, калаш, ну, ты еще у тебя лежал. Бинтик нужен, что ли? Да, пригодится, на самом деле, на данный момент. Вот где-то вот... О, надо же. Ты что ли его завалил? Вот. 5-2. А, нет, 5-1. 2 надо тоже записать, короче. Как вы, наверное, уже успели догадаться, эту инфу я знал, но, правда, я не искал ее. Я наткнулся на это случайно, потому что до этого не так этот пароль был не нужен, правильно? Вот, но я искал опять не сегодня, я искал это когда-то давно, видал видео. Вот, и там был вот эта вот хрень, короче. Отлично, тут вот, блин, давно не было. По-любому еще синих коробок набрал, наверное. Ладно, еще потом палец лишний выкинем. Вот, и случайно увидал вот эту вот шнягу. Блин, это таракан. Ну и чё, блин, из головы не удалишь уже. Просто тогда-то я ещё, по-моему, первый раз, когда проходил эту игру, вот, я уже тогда, типа, слышал, ну не слышал, а как бы это сказать, нужен он был. Так, я уже вот туда пошел, тут дальше уже не надо ведь. Вот, нужен был, вернее, как... Нужно было узнать пароль, но не нужно было им пользоваться. Потому что так и так можно было пройти. Сейчас, судя по всему, на красного пригодится. Вот, поэтому я не записал его тогда, но потом видал видео. Так, 5, 1, 2, 7, 3. Не знаю, проканает, не проканает. Бля, вот это обидно. Да ебись ты, что это? Я ж убил ту тварь. Капец. Ст-
Сталкер сам депозит выросла до 108. Да что ж ты меня долбишь-то, а? Ай, надоел. Кто убивает меня? Ведь нет же этой твари. Ты чё кашляешь-то? Эй. Он мне этим костюм весь испоганил этими своими тыканьями. 5, 1, 2, 3, 7. Раз дверь заперта, то и нехер тогда было вообще дать перезагрузить. Я на свое состояние курточки еще раз. Да, она портится. Что-то мне попортило ее даже до этого. Сука, вот тварь. Так, ну ладно. Так-то... Может, и нам и не через эту дверь нужно пройти? Может, нужно опять где-то подняться, или спуститься, и все такое? Он уже упал, но все равно стрельнул. Пиздец. Дальнейшие мои похождения только отдалили меня от телепорта. То есть, по сути, нам нужна эта дверь. Все завалю этих сучек и прочитаю информацию по этому поводу. Так. Таблетка, кстати, рано сожрал, по-моему. Вообще, по идее, должны были остаться. Потому что там ни одна таблетка была. Херва тучу, сам говорил, одна на 15 секунд. Это ебаный баг, наверное. Щека ни хрен бесит это, кстати. Ну да, вот чем дальше я иду, тем дальше я отдаляюсь от этого телепорта. То есть, получается... Нужна мне тут пароль. Во-первых... Так, ты задолбала эта штука, я прям уже не могу. Кидается постоянно, и самой по себе ее нету. Нужно снова прочесть задание. Ну, вот оно, да, найти. Как это так получилось, что я перескочил? Где там нужно, либо... В комнату открыть металлическую дверь через небольшой переход перейти в лабораторию комплекса. Оттуда должен быть выход в черемушку где-то в самом дальнем коридоре. Как написано в приложении к схеме, сначала следует спуститься вниз, затем пройти по коридорам к большому залу и подняться по винтовому уровню на самый верх приборной комнате. Затем чуть выше будет еще одна приборная комната. Пройти через... Вдышал как раз в первой комнате есть. Чеп лаборатории под кодовым названием X10. Но я не был, червон дышал, сразу попал в X10. Это может конкретно помешать моим планам. После того, как черный душ, нужно повернуться обратно в X16. И перейти в X10. Лаборатория здесь довольно линейная, и если пройти до конца, в последнем зале будет дверь, ведущая в лабораторию X16. В одном из коридоров X10 есть кодовая дверь. Код для двери 83517. Кто забрал? Ну, я использовал. Это будет вход в самую половинку лаборатории, где... Чтобы узнать код к двери, нужно попытаться искать труп ученого и забрать из него вещи приборы. Ясно. Найти труп ученого. Для этого сначала... Пойдем сначала отправимся, чего он дышал. Походу, зря я здесь это дела творил. Труп ученого, блин. Вот, наверное, здесь надо искать его. В смысле, не именно здесь, а вот на этой локации. Я так думаю. И я на 100% не уверен, кстати. Так, ну ладно. Откуда вообще появится? Я даже не понимаю. Блин, здесь приходится идти снова вообще обратно сегодня херачить. Так, ну я вернулся. Надеюсь, мне не придется возвращаться еще дальше. Проверим здесь самую дальнюю комнату. Если в ней не будет боя, телепорт, отлично. Черт, это дерьмо. Разорвало на меня очень быстро. Очень сильная тварь. Хуже электрической, если честно. Так, сейчас мы закинем игренку. Блять, как быстро мне это бесит. Надо стрелять из нее вдалека, но, блин, дробовик слабоват. В этом деле. Даже Кан, по идее, должен как-то убивать ее в раз. Но на данный момент это не делает. Притом даже, ну, сейчас заряжен красным, при том, что меня это бесит.
Вот сейчас ЖК как раз, да. Потом сменился два патрона. Ну почему так быстро? Неужели мне там ХП прям, не знаю, смели письку. Ладно, я согласен заюзать ХП, правда, я пока не понимаю, как все равно, чтобы как оно не убивается таким количеством ХП. Здесь были патроны. Вот, и два артефакта. Надо сохранить после этих действий. Вот, и теперь мы пойдем убивать эту суку, а потом мы переместимся в червоны. Кстати, вот эту штуку мы еще поджигает, она еще немножко добивает. Прихожу туда, надо со мной третью. Почему у нас ебался обратно? Застряла, это пиздато. Это пиздато. Валю уже не первый раз и каждый раз пиздец, честно. Так, F6. Наверное, лучше. Просто такой твари сохранится по-нормальному, то есть типа 85. Ну да, не там нажал. Пытался на лампад клавиатуре, но почему-то она не реагирует на данный момент. То, что она ради имеет отдельную функцию, потому что я нажал на лок. Так, ну что ж, тут, в принципе, все стандартно. Хоть контролера в этот раз нет. Хотя контролер был куда попроще. Так. Ну ладно. А, вот руку можно взять. Хотя она, по-моему, не копейки стоит из-за ее постоянно. То, что я пришел в этот, в город. Мертвый город и набрал там этих лап, кстати, в этот раз я не телепортировался обратно. Мне никто не... Короче, резко оказались бандиты. Поэтому они сразу не убивают. Нужно как-то заспавниться и убить хотя бы вот этого пидора, чтобы снычиться. Не знаю, что они делают в этом червоне. Да что такое? Попробую сделать, потому что я нажимаю запись, поэтому отнимает у меня это время. Попробую это сделать сразу, убить их, потом запись. И, короче, просёк фишку. Во-первых, у меня очень мало было ХП. Как он туда залез вообще, блядь? Одна нога только торчит. Охренел! Так, уже дело пошло лучше, одного пидора завалил. Оттуда больше вроде никто не валит. А вот с той стороны есть твари еще. Шесть. Короче, принял я решение, что лучше перезагрузиться, перезарядить оружие и зайти к ним уже, так сказать, более-менее в таком состоянии, что я сразу готов стрелять. Вот как раз то самое состояние. Мы сразу валим эту шлюху. Чё, пацаны, да, пацаны? Нахуй слали тебя, пацаны? Бандосы хуже этих.
хуже спецназа. Вернее, наоборот, лучше работать, чем тут спецназовцы вообще. Вернее, как, тут их нет, как бы, спецназов. Но не, если бы были, то эти бандосы просто, я не знаю, охренеть. Сейчас еще поди бы шманать и своих, и меня, блин. Сейчас что-нибудь делать, правда. Завалили руки в карманы. Охренеть. Так, ну ладно. Сейчас мы... Тихо. Сейчас они, по идее, сами подойдут ко мне. Ты чё, сука? Стреляй по нему, похеру. Я почему-то умираю быстрее, чем они. Бесит. Идея так быть не должно. Не должны умирать быстрее. У меня экипировка, да и навыки лучше. Ну, ладно. Нахер навыки, экипировка лучше, хотя бы так эти были в этом. И пушка тоже, кстати. Ты, сука, умрёшь или нет, а? Капец. Чё за бандос такие? Это сейчас, ничего страшного. Сейчас мы починим костюм. Нет, там еще суки есть, оказывается. Откуда у вас столько здесь взялось-то? Да, нормально, нормально, сейчас все будет, сейчас вылечимся, не переживай. Костюм у нас в состоянии, ну, ремонтированный пока что еще. Можно починить. Бандитский плащ. Это чисто бандитский натуре. Твою мать. Подцепил таки заразу. Куда их столько здесь взялось, интересно. Так, ладно, надеюсь, костюм сейчас можно еще будет чинить. Что-то там бежало. А, ну это собачки. В принципе, собачки нормально. Ладно, ребят, давайте где-нибудь вот здесь сохранимся. Так, давайте мы сейчас починим костюм, попробуем. Сука. Вот это беда, вот это да, вот это беда. Таблетки, кстати, опять вернулись. Съедим их после. После всего дерьма мы их съедим. Не надо сейчас их есть. Там только хуже будет от этого. О, кстати, там камешки лежат. Я, кстати, не совсем упомянул, что мы здесь должны сделать. Сейчас прочитаю. Так, камень взял. Камень взял. Во, что такое? Сука. Где оригинал? Вон оригинал, кажется. Сука, сейчас они съедят меня. Оригинал вот как побежал от меня. Ты куда столько создавал, тварь? Не многовато будет ли? Куда туда не берутся? Что за псина такая? Столько создавать не должна. В стране, вот она, вон, вижу. А, она просто не одна, вот в чем проблема. Две псины создавались только, капец. Принести заказчику обещанное. А, ну хвост он просил. Это ненормальные псины. На самом деле, для собаки... Для двух это много, даже для двух. Но зато я научился замечать, как где оригинал. Он постоянно пытается от тебя сбежать, так как он знает, что он смерти на его голограммы нет. Он пытается тебя постоянно смыться. Давайте прочтем, что же у нас тут нужно сделать. Найти переход. Так, червон. Вот, оттуда должен быть выход червон дышал где-то в самом дальнем. Как написано при Женсхене, значит, следует спуститься вниз, затем перейти до коридора. К большому залу и подняться к винтовым так. Затем чуть ниже одну комнату. Пройти через пролом в полу, спуститься в катакомбы, которые
вы ведут прямо в дышло. Как раз в первой приборной комнате есть дверь, ведущая в следующей лаборатории. Как будет проверено, нужно вернуться обратно в X-16. Перейти в X-10. Я не понял вот чего. Стоп! После того, как будет проверен выход через вон дышло, нужно обратно в X-16. Я полагаю, что мы переходим в дышло и прыгаем обратно в X-16. Мы не должны тут переходить по X-16, по червоны. Мы должны просто выведать путь. То есть, можно ли попасть в червоны? Давайте просто дышло называть лучше червоны. Вообще как-то беда. Можно ли попасть в это дышло? Сука, снова сидят. Ладно. С ними будет сложнее, кстати. Так-то смысла валить сейчас на них нет, но они снова появились. Должны были просто узнать, можно ли сюда попасть или нет. Ну, давайте повоюем с ними. Чисто ради патронов. Провизии, короче. Не знаю, в кого они там сейчас стреляют. Просто не знаю, сколько их. Тут бешено на мини-карте никто не отображается. Это, конечно, хардкорит самую в себе игру, но... Пси, ну вот еще ты только не мешай, а. Какие же метки, капец. Между прочим, они должны быть более меткие, чем бандосы. Но бандосы, мне кажется, самые жесткие здесь. Да, хотя нет. Это вообще пиздец тоже. На самом деле, Непси вообще есть самый хард из хардов, мне кажется. Сделали просто капец. Я не помню ни в одной игре, чтобы НПС такие были. Ни в одной, честно. Но тут вот вообще рвется шаблон конкретно. Не знаю, куда я тут перемещаться собрался. Не знаю, слил, не слил. Или он просто прыгнулся. Блять. Лучше отойти. Блять. Капец. Самое что забавное, он охрененно выждал, я хочу заметить. Блять, 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 блять. Спокойно. Главное, что они обошли. Так, спокойно, смена магазина. Зараза. Куда он стреляет? Там сейчас еще один вылезет, кажется. Там просто голова что-то промелькнула. Ну ладно, глянем здесь. Отлично. После каждого убитого будет стрелять, потому что это капец. Ебаный рот. Что за телепорт тут появляется, блин, не понимаю. Ну, явно не для меня. Тут какой-то косоватый оказался. Не знаю, убили его два патрона. Убили вроде бы. Ладно, сохраняемся. В принципе, могут появиться еще откуда угодно. Ну, вроде бы основное количество слили. К сожалению, у них немножко другие оружия. А в этот раз у них что-то интересное. Просто для прикола возьму, поюзаю. А он с ним быстрее, кстати, бегает. Чё, бесит просто. На самом деле, так-то они не очень важные, вот эти вот люди. Потому что у них патрон не тот. Не тот патрон. Вот был бы тот самый,
Было бы круто. А так, они немножко не такие, и в итоге это бесит. Что патрон не тот. Я, по-моему, как раз в этом-то месте расстался со своим предыдущим оружием. Чисто ради жетонов. Так-то вот здесь вот насобираешь, если честно, патронов и этого оружия очень неплохо. Да и патронов для кольта. Ну, для моего дигла. Тоже можно пособирать. Правда, если они мне вес не будут создавать. В общем, сделаем так. Будем их собирать, эти патроны для кольта. Но если не будут нас тормозить, мы будем их выбрасывать. Для дроба. Тьфу ты, дигла. Ой, блин, все перебрал. Сохранимся. Я пока позанимаюсь собирательством. Ну, вроде бы осмотрел почти всех. Может и всех, просто я в это не уверен. Ну, чтобы быть уверен, нужно опять оббегать всех, это в жопу, короче. Нормально, пособирал. Я думаю, что стоит отправиться через ту же локацию, снова повторюсь, то, что все-таки написано, то, что мы должны просто разведаться, можно здесь телепортнуться или нет. А не искать переход по этой локации. Вот сейчас мы вернемся обратно, потом снова обратно. Потом опять пройдем тот самый длинный путь. Правда, ничего особенного мы здесь не узнали. То есть... Так, где проход? Вот проход. Сохранимся. Не знаю, что здесь творится. Фак. Пускай психует, в принципе. Теперь нужно идти обратно. Ну, в принципе, путь не особо длинный. Нам повезло, что не просто ищи на еще предыдущую локацию. А то, что все это можно сделать на этой. Написано, что как раз здесь тот самый пароль к той двери. Но я уже использовал его. На той, на первой двери, на второй, не знаю, вот что там должно быть. Вот, по-моему, на этой двери я использовал пароль или нет. Я уже не, ну, не знаю, точно не могу вспомнить. Хорошо, хоть за мной меня вспомнили зомби. Мы сейчас быстренько так проскочим. И разберемся, что делать дальше. Я не знаю, нужно ли нам эту дверь. Давайте проверим. Во-первых, вот смотрите. То есть мы открываем и видим, вот. В одной из коридоров X10 есть закодированная дверь. Код для двери, как сказал Браун. То есть нужно спуститься вниз, там найти на пром открыть эту. Так, какой он там написан-то? Посмотрим снова. 83517. 83517. Enter. Чё я и говорил? Ладно, второй мы записываем. Второй был 51237, по-моему. 51237. Enter. 8-3. Ну и нихер тогда. Значит, не та самая дверь и все. Что-то попить захотелось. Ну а что он пиво с собой таскает? Скайфу пьет. Когда пробегаешь здесь, кажется, а потом, блин, нет. Черт. Вот жопа. Чего не попадаю? Так, тут нам надо кладить, уж и забыл. А, точно. Вниз, по-моему. Так. Проходим вниз. И вот тут вот. Тут еще раз проверим. Все. Так, давайте глянем еще раз на... Правильно ли я записал телефон? 83517, да, правильно. 83517, Enter. Не знаю, что делать. И 51237. Попробую еще раз. Хоть я уже это и делал. Ну, самой. Ладно, будем думать, что нам делать дальше. Как-то пройти. Тут я, в принципе, просто бегу.
Таракашка не... Таракашка выжила? Пиздец. Лучше бы я в нее стрелял. То, что мы убили эту тварюгу, это, конечно, круто. Я заколебал кидаться. И то, что они в меня стреляют, тоже очень круто. Так-то. В принципе. Потому что так-то не помогает этим самым. Так, мы должны найти код ученого. Насколько я помню, с паролем как раз. Нет, так тут что-то особенное было, я не простой ПДА. Ну это же та же самая локация, они что ж переписывают ее что ли для другого задания, или кидают на нее что-то для другого задания. Не помню, чтобы они так умели. О, стойте-ка, может я... Ну это явно не ученые, тоже явно не ученые. А? Слышь, ты кто такой? Ты кто такой, сука? Я как-то терял эту штуку. Он, походу, он и подобрал. Весит она, конечно, больше, но у нее лучше магазин, и она бум-бум-бум. Да. Я не знаю, что оставить. Экспортный вариант, поставляемый заводом ИМАШ в США для вооружения сил правопорядка. Данная модификация была доработана в компании Tromax USA. Ну и вот это вот типа легкий. Что выкидываем? 2 кило от наших. Хер его знает. Я так и знал, что все возвращается. Просто я просто всех их убивал, я помню это. Можешь, по идее, так-то есть дробовиков, блядь. Так-то есть дробовиков одинаковые. Просто она у них, похоже, вообще никак не это. Здесь в этом сталкер не описан. Мне кажется, одинаковый дроп, что дроп. Но это у прицел есть, а мне он нужен порой. Пошли дальше. Странно, что он с нее не стрелял. Стрелял с чего-то другого вроде. Ну, удобнее, конечно. Что-то я потратил сейчас весь, по-моему, магазин. То, что попасть ему в голову. Хотя, в принципе, ничего страшного. Я все равно собрал до хера патроны и потом просто... Ну, блядский случай. Где же мне искать этого... врача-то, блин. Если серьезно. В принципе, сейчас я дошел до конца. Больше тут, ну, некуда идти. Вроде бы. Я, правда, потом куда-то еще попадал, но я не помню, как туда еще попадал. А, вот, вспомнил. Ну да, это пух, конечно, поточнее будет. Тем более, особенно, когда ты юзаешь. О, телепорт, другую локацию. Давай сначала побегаем, поищем этих вот типа ученых. Просто, ну, просто возьмем сейчас вот так, обежим немножко локацию эту, и все. Ясно. Ничего нету.
Сейчас немножко поверху так пройдемся. Поднимусь сейчас, тут где-нибудь вот здесь, да. Поверху пройдусь. В легенькую так. Так, тык-тык-тык-тык-тык. Пробегаю тут. Спускаюсь тут, смотрю, что у этого пидора. Беру лимонку. Бестолково нажимает шнягу. В общем, ясно все. Переходим в другую локацию. Вот мы и в лаборатории с 18. Тьма тьмущая. Стрельба. На этом я, пожалуй, попрощаюсь. X-18 мы будем лазить дальше. По-моему, кстати, здесь нужно найти ученого, а не там было. Но мы еще прочитаем в следующем видео опять эту хрень. Вот. Тот список, что мы должны сделать. Вот. На этом у меня, пожалуй, все. Если вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписываться. Всем пока, до новых встреч, ждите новых видео.